это все. Влад. Ни на каких сайтах не было. Не, не переживай. Привет, смотри. Да, здорово. Как ты начал курить? Помнишь свою первую сигарету? Да. Расскажи. Напился и закурил. Не понравилось? Да. И все, решил, буду курить? Да, мне нравится курить. Не хочу бросать даже. А то, что пишут про то, что это вредно. Курение вред, вино, трава. Сосите хуй. Совет Минздрава, да? Да не, мне как-то все равно. А спортом ты занимаешься? Угу. Каким? Плавание и тренажерный зал. И что, не повлияло никак силы? Нормально. Нормально? Результаты какие были, даже лучше стали. А много у тебя друзей курит? Практически все. Да? Ну. Даже не знаю. Кет, о, так тогда посоветуй что-то людям, чтобы они начали курить. Посоветовать? Ну, расскажи, что это классно. Какие плюсы курения? Ну, нравится, как нравится? Первое. Если кого-то ждешь, можно убить время. Потом это приятно, выйти с утра с чашкой кофе, закурить сигаретку. Вообще курить это прикольно. Мне нравится. Ну, а девушка есть? Была. Курила? Нет. Ну, а что? Пока она была, я тоже не курил. Да? Попросила не курить, поэтому не курил. А что? А как, а что это людям, ну, которые не курят, они не могут понять, что курить на самом деле это нормально? Ну, кому что больше нравится. Ну, а как аргументируют те, кто не курят, что им не нравится? Им не нравится табачный дым. Они ведут здоровый образ жизни. И не хотят травить свой организм сигаретным дымом. Ну все, прощайся с нами, пару пожеланий.